счастье, тепло. Вот, все друг друга поздравляют. Это такой единый праздник для всех. Для меня это самый семейный, добрый праздник такой, который вообще, мне кажется, в этот момент все люди, которые не враги, не враги, вообще люди, которые друг друга не знают, они всех друг друга поздравляют, все счастливы. Ну, поэтому для меня он такой самый. Именно к Новому году мы всегда готовимся с семьей ответственно, всегда покупаем заранее подарки. Если я дома с родными, то это все настолько организовано, мы планируем это заранее, вот, и поэтому каждый праздник у нас проходит на ура. Ну, скорее всего, сейчас Новый год мы больше хотим сделать для наших детей праздник, да, чтобы эта сказка, ну, не заканчивалась, пока они дети, они верят в Деда Мороза, вот. Мы-то взрослые уже понимаем, кто приносит подарки. Я помню, когда была маленькая, вот, ждала, когда зайдет Дед Мороз, немножко побаивалась его, вот этот стишок, лишь бы не забыть стишок, на, как полагается, на табуретку вставала, рассказывала стишок и получала заветные конфеты. Да, вот две сестры еще старших, и мы у мамы маленькие были, просили там красивые куклы. Вот, и, естественно, мы знали, что это нам дарит не Дед Мороз, а мама. И мама быстренько, когда приходила с магазина, быстрее бежала в свою комнату и прятала эти игрушки. Но когда мама уходила, мы все это находили. И тогда, когда мы просили именно этих пупсов красивых, мама купила нам почти похожих на нас, потому что у нас три девчонки, да, вообще в эти игрушки, потом в эти куклы играли постоянно и себя представляли. И вот, мне кажется, это вот для меня самый был такой момент запоминающий. На Новый год мы потусили хорошо. Вот натанцевались, это вообще там просто гостиница вообще, я не знаю, прыгала все от наших танцев. Да. То есть как бы до сих пор переписываемся, то есть поздравляем друг друга с Новым годом. Стало больше болельщиков у гандбольного клуба после этого Нового года. Да, сейчас с ребенком пытаешься эти чудеса все время где-то оставлять и все время самим в них верить, потому что если ты будешь в это верить и показывать ребенку, как это классно, что Новый год, что есть Дед Мороз, что есть чудеса, что можно там попросить у Деда Мороза какой-то подарок, который ты хотел, и поэтому сам начинаешь в это верить, и мне кажется, так интереснее. Мои дети, ребята, любят смотреть «Один дома». Сейчас часто крутят, да, по телевизору. Но это действительно такое какое-то новогоднее, когда ты дома подготавливаешь стол, вот, и телевизор включаешь, и вот как-то действительно чувствуешь вот преддверие этого праздника. В детстве я была всегда снежинкой. Снежинкой была? Я помню Мальвина еще. У меня все фотки, где вот это мы одинаково, мама нам на платьице нашивала эту красоту. Ну, как бы всегда были снежинками, тут что-то тоже на голове было. Не, ну потом уже, когда постарше стала, уже эти платья, естественно, становились маленькие. И приходилось быть белочкой еще. Хотим поздравить вас с наступающим Новым годом, пожелать вам счастья, здоровья, семейного благополучия. Всех благ, новых побед в Новом году. И верьте в чудеса.